Фамилия моя Ставров Борис Никитич. Генерал-майор в отставке. Участник Великой Отечественной войны. Прошел путь от Великих Луг до Кенигсберга. Был ранен. Награжден 7 орденами и 33 медали. В этой войне потерял отца, защитника Севастополя, двух братьев, одного летчика, второго артиллериста. Службу проходил в рядах вооруженных сил Советского Союза. Путь прошел от солдата до генерала. 28 лет возглавлял городской совет ветеранов. По состоянию здоровья, а уже 90 будет через 4 месяца, ушел на отдых. И сейчас пришел чествовать тех, память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Когда сегодня говорят, наша Родина, Украина, правильно. Но наша Родина, Украина, была в составе Советского Союза. И было 15 республик, из-за которой отдали жизнь более 28 миллионов. Поэтому память о тех, кто защищал нашу Родину, любые моменты истории всегда священны. И память о них должна быть в сознании каждого нормально мыслящего человека. Иначе этот человек быть гражданином нашей Родины недостоин. Я имею двух сыновей имел, один в Афганистане погиб, второй инвалид Чернобыля, оба военные были, пошли по там отца. Имею двух внуков, один пошел по стопам деда, уже подполковника, второй госслужащий. Имею четырех правнуков. Так что род мужской Ставровский. Я горжусь этим. И всегда, когда встречаю внуков, я всегда очень рад.